кейсы, на которых можем не то чтобы основываться, а которые можем применить в нашей и реальной жизни, и в каких-то бизнес-процессах, и в каких-то пониманиях того, насколько блокчейн или технология определенных средств применимы в принципе в нашей жизни. То есть хайп о том, что, я не знаю, это изменит нашу жизнь, уже так немножко попримитив, мы уже приземлились, у нас есть понимание, что теперь пришло время того, где это использовать и насколько оно нам интересно. Сегодня мы остановимся на технологии, то есть рассмотрим два подхода к зеленым инвесторам. Один это dark, то есть граф, то есть направленный, ациклический, то есть не замкнутый где-то, граф, то есть это дерево такое, дерево node, point. И второе, нам всем известный блокчейн, то есть такая линейная структура, благодаря которой каждая там запись неизменяемая, она зависит от предыдущей с помощью криптографического ключа. Я думаю, начнем мы с Сергея Борисовича Чернышова. Он нам расскажет про не токеномику, а техномику. И у нас будет понимание того, с чего, то есть вот будут вводные данные и понимание того, насколько нам это интересно сегодня. Вам слово. Давайте поаплодируем Сергею Борисовичу.